Всем привет! Вы на канале Королевство вкусных блюд. Сегодня хочу предложить очень вкусные, нежные кофейно-шоколадные блинчики. Они получаются тонкими, вкусными и ароматными. Подавать их будем с фруктами и творогом. Все ингредиенты также вы найдете под видео. Давайте начнем готовить. В миску вливаем молоко, кофе молотый, заваренный, горячий, сахар добавляем, яйцо, соль, растительное масло без запаха, какао-порошок, разрыхлитель, мука и все хорошо перемешиваем. Можно миксером, венчиком, чем вам удобно. Масса получается жидкой. Вот такая вот жиденькая. Блинчики выпекать будем на уже разогретой сковороде. Изначально смазываем растительным маслом. Дальше пользоваться маслом мы не будем, так как в тесте блинном есть уже растительное масло. Обжариваем наши блинчики с обоих сторон до готовности на среднем огне. Перекладываем на тарелку. Блинчики получаются очень ароматными, запах стоит на всю кухню. Между жаркой блином подготовим начинку. Берем творог, творог должен быть сухой, сахарную пудру и хорошо его перемешиваем до однородной массы. У меня творог без капли жидкости, поэтому очень удобно формировать начинку. То есть вот берем в руки и формируем такую, как колбаску, чтобы блинчики получились красивыми и нарядными. Раскатываем и формируем толстую колбаску. Делаем гладкую и красивую колбаску со всех сторон. Вот такие колбаски у нас получились. Теперь будем заворачивать их в блины. Дожариваем оставшиеся блинчики. Вот такие они у нас получились тоненькими, мягкими, нежными и безумно ароматными. Их можно кушать просто так, с чаем, с кофе, с молоком, можно со сметаной, с любым кремом. Также из этих блинчиков можно сделать хороший блинный торт. Но мы сегодня будем подавать с фруктами и с творогом. Начнем формировать. Берем нашу творожную колбаску, кладем в середину и заворачиваем. Так проделываем с оставшимися блинами. У нас их получится с творогом 3 штучки. Концы отрезаем, чтобы смотрелось очень красиво наше блюдо. Вот такие красивые, аккуратные у нас получаются блинчики с творогом. Как такие блинные батончики. Остальные блины заворачиваем
и просто укладываем на блюдо. Вот такой конвертик. Украшаем клубникой. У меня мороженое. И посыпаем сахарной пудрой. Вот такая красота у нас получилась. Такие блинчики понравятся не только взрослым, но и деткам. Следующий вариант украшаем малинкой. И также притрушиваем сахарной пудрой. Так смотрится очень красиво и эффектно, нежно. Вот такая красота и вкуснота у нас получилась. Друзья, если вам понравились эти рецепты, эти варианты подачи, пробуйте, готовьте, радуйте себя и своих близких. Ставьте лайк, пишите комментарий, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И до новых встреч! Готовьте с любовью, живите вкусно!